Привет, товарищи стратеги! С вами, как всегда, консул. Продолжаем мы нашу кампанию за Спарту в DLC. Ярость этой самой Спарты во втором Риме на легенде с модом по тесту с Ультиматио. Усаживайтесь поудобнее. Всем вам приятного просмотра. Итак, ребятки, значит, в прошлой серии я, в принципе, уже одержал военную победу. Мы с вами уничтожили Афины. Уже за кадром я здесь добил Византии. Там это самое оставался у них небольшой флот. Но у нас... Сенат порешал, что все-таки надо бы набить морду персам. То есть совет Спарты, наверное, будет правильнее сказать, да? Ну и поэтому все это время за кадром я вел подготовку потихонечку, помаленечку. Высаживал войска в Азии, подтягивал флоты. И, в принципе, я уже готов. Также окончательно со всеми греками я тут заключил военный союз. У меня, по-моему, с Кносом не было военного союза, был только оборонительный. Теперь у нас вроде бы все греки едины, так скажем, да? Все греческие полисы готовы в битве. Надеюсь, что готовы. В принципе, у персов-то, ну, не так уж и много территорий. И думаю, если мы всей грядкой на них навалимся, то мы, наверное, нападем. Что ж, объявляю греческий, персидский поход, да? Поход греков на Персию. И давайте объявлять ему войну, что ли. Ну и всех зовем, посмотрим, все ли присоединятся к нам. Да. Все поголовно. Македонцы, фессалийцы, все. Просто все взяли и присоединились. Ну что, персы, пора, как говорится, огребать за Леонида, да? Так, здесь мы можем ударить сразу же на Кизик. Даже сопротивляться никто не будет, да? Готовы, товарищи. Это, кстати, наш царь. Ему там уже, по-моему, 61 год или чуть побольше, может. Так, это я перестроить не могу. Это перестроим, это я перестроить не могу. Это перестроим пока что. Так, Пергам. Далее. Вот тут у него персидские лучники, понятно, медяне. Сильно много потерь-то будет, нет? Вот что мне интересно. Так, здесь, ладно, пока в подвешенном состоянии. Дальше. Где у меня тут еще? О! Сюда бьем. Ну, гарнизоны ничего, конечно же, противопоставить нам не могут. Поэтому здесь мы все быстро забираем. Гражданское это перестроить не могу. Здесь, кстати, у них... Собственно, шах Персии тусуется, наверное, Артаксеркс какой-нибудь, с которым мы сейчас будем разбираться. Так, качаем флот. Здесь. Уже у них кто-то интересный тусит. Я, кстати, отменил там этот самый изучение, так скажем, обычных гражданских технологий. Все-таки перешел на военку, и сейчас у нас вот изучаются уже... Изучаются клерухи, и дальше мы с вами выйдем в царские казармы. Хотелось бы еще тут юнитов прокачать, посмотреть, если успеем. Если раньше персов не грохнем, как говорится. Так, теперь, значит, пойдемте, наверное, штурманем Пергам. Лестница у нас есть, лестница у нас есть. Какого уровня поселения, кстати? Так, ну, по типу до хрена будет. Какого у вас там уровня поселения-то? Здорово, но ведь не так страшно. Полетели. Итак, друзья мои, дождик Амато нам для штурма. Почему? Потому что башни тогда лестницы не подпалят. А мы тем временем спокойно тут это дело возьмем. Так, как будем действовать? Значит, вот эти двое берут лестницы. Блин, а тут их спрятать-то негде особо, да? С этой стороны. Ни кустика тебе, да? Ни хрена ничего нету. Блин, как фигово. Так, а с той стороны? Вот здесь хотя бы кусты какие-то как бы вроде есть. Ну-ка. А они там спрячутся, у меня нет. Если я хоть так суну. Не. Ни хрена не спрячется. А здесь? Да и здесь скорее всего. Блять, равнина сплошная. С небольшими кустами. И как же вы мне прикажете это так просто брать?
вопрос остается, как говорится, открытым, да? У него там стрелков. Цельная гора, блин. Так, ну давай. Где там лестница-то наша? Вот они. Отдай. Отдай. Бросим лесенки с этой стороны. Где-нибудь. Пока что. Этих балбесов, я хер знает, давай сюда хоть что ли заныкаем. Вот этих двоих. И вот парочку. Тяжелых гоплитов. Пускай они тут курят, стоят. Вся остальная грядка. На противоположный край. И тоже стоит, курит. Один застрел все-таки у него там есть, да? Вон он сидит. Остальные где-то там. Ну туда. Не заныкаться вообще никак нигде. Смотри, как. Какая же жопа, однако. Так, полетели. Где у меня лестница-то? А вон они. Побежали в ту сторону. Так, добежал я до лестниц. Значит, ты пошел сюда сразу. А ты сюда. Тут только один отряд пока мечется, но вроде остальные сильно-то не реагируют. А вот спарка... А он тоже убегает. Ну и нахер, говорит, там спартанцы идут. Я побежал отсюда. Зачем мне, говорит, это? Я что сюда, говорит, жизнью пришел рисковать, что ли? Не, они занимают позиции в этом, в центре. Надо было мне там одну лестницу-то оставить все-таки. Зря я. Не, это самое, не подумал насчет этого. Так, мои пацаны уже залетают. Подтягиваю дополнительные силы. Хотя, погоди, наверное, торопиться сильно не будем. Ты вот стой. Башни вроде далеко не бьют. Так, ну давайте, что ли, быстрее, нет? Вперед. Да нет, чтобы здесь под воротами спуститься, сука, он туда куда-то побежал. Ох и дебилы, блядь. Тем временем. Полез наверх. То же самое. Так, остальным вроде как не до нас. Так, ладно, стой. Вниз. Нет, ты смотри, он активно это самое пытается помешать нам. С ворота заберем. Так куда тебя несет-то постоянно, господи. Можно, кстати, коней по тихой грусти обвести. Заходим. Так, ребята вроде свалили. Моим ребятам, правда, досталось. Это не сильно страшно. Пошли. Так, тут все забрали, пошли. Они туда убежали. Или я где-то что-то провтыкал. Здесь у них, сука, тоже башня, вот эта печалька. Так, тем временем конница дальше. Стоим, ждем подкрепления. Что у него здесь? Бессмертные, друзья мои. Сами бессмертные. Хорошо вооруженные, да, такие? С луками, со стрелами. Они, наверное, все могут. Все на свете прям. Так, вы двое сюда забегаете. Вы двое сюда. Башню бы еще вот тут забрать сразу. Меня здесь нет, отстань. Меня здесь нет, отстань. Такой. Один сюда. Ходим.
Развернулись. И сюда побежал. Так просто стой. И дай себе, у тебя там боезапасы целая гора. Как там дела? Не идут? Не, не идут, нормально. Надо сбить башню. В точном порядке. Потом вон ту башню. Будет нам счастье. Как у него дела? 71. Живучая скотина. Как ни крути. Тяжелая персидская элитная пехота. И там живые, не? Живые. Тридцать девять. Неплохо. Так, ты башню сбил, красавчик. Так, тут уже наши стоят. Стой. Его поджали так немножко. Ладно, пускай дерутся, пока я вот эту башню тоже сбила. Так, ты там закончил, нет? Да, закончил. Флаг поднят. Все, центр забираем. Да, дядь-генты хорошо держатся у них. Так, брать атаку строю. Отыкивай. Башню забери, твою мать. Так, не, не бежит. Не бежит. Пойдем поможем. Готов. Красава. Теперь. Одни пацаны сюда. Одни пацаны остаются здесь. Так, ну а ты остаешься на центре помогать. Куча чего. Тоже. И ускоряем. Уснул, что ли? Похоже на то. Не, зачем в контратаку? Я, кстати, так конницу и не довел, да? В принципе, меня и застрелы не троллили больше, поэтому ладно. Можешь заехать, в принципе, на помощь. Ты куда собрался? А пацанам пофигу, да? Они вообще не шевелятся. Хоть бы как бы там отряде какой послали, не знаю. Вообще никак не реагируют. Взяли пергам. Замечательно. Сейчас, наверное, охренели от такого поворота событий. Так, отдайте. Что там есть интересного? А, ну естественно. Естественно, что мне уже ни на что не хватит, да? Так, ломай. Ломай, ломай. Это перестрою, это сломаю. Так, мадемуазель. Две, кстати. Одна сюда. Одна сюда. Давай, 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 пошли. Так. Вот сюда надо, наверное, кого-то отправить. Где она? И где? Вон она, вижу. Так, вали, вали, вали вот сюда. Смотри, что здесь. Здесь мы вроде все знаем. Здесь я тоже знаю. Здесь я забрал. Ну и пошли флотами, наверное, заниматься. Давайте вот с этого начнем. Ты куда? Где он, блядь? А, теперь я до него не достаю, типа, да? Да и хрен бы на него. А до тебя? О! У него тут без шансов вообще, да? Денег дай. Это, кстати, не флот ни хрена, да? Это войска. Давай добьем. Бедного персидского шаха.
Так, и вот этого можно тоже сразу грохнуть. А вот это уже флот, кстати. Хотя ничего особо не поменялось, да? Нормально. Флоты разбили. Везде, где могли, атаковали. А где тут еще ахемениды есть? Раз, да, или это... А, нет, перс. Два перс. Три перс. Ну, сейчас посмотрим, как у нас греческие фракции отреагируют на все это дело. Я здесь останусь прикрывать. В этой стороне у нас вроде больше персидских флотилий и там стеков на грузовиках ничего нет такого. Так, вернись. Ну, вернись, ну, господи. Так, пополнение идет. Ближний бой. Полководец. Ладно, сюда я его ничего пока пихать не буду. Так, ну я где мог, везде атаковал. Все вроде бы позабирал, что хотел. Поехали дальше. А еще кто-то у меня качнулся. Где? А, ты же у меня там еще активно у персов изымаешь. Но это тоже полезная фигня. Так, ну и начинаю тут Беотийский союз. Все, кому не лень, бить персов, да? Так, там утопили. И все прям, смотри, с разгона полетели. Коринф домой шел уже. Говорит, не. Я, говорит, не могу пропустить такую драку. И погнал следом. Так. Еще одни. Аргос проснулся аж бедный. Македоняне тоже поплыли. Наглые пираты. Давайте жертва преследования пока что. Так, наш тайный агент. Все дела. Разбойничные беспорядки вообще пофигу. Задание успешно выполнено. Контроль над морскими регионами. Новая задача. Подчинитесь не менее 7 различных фракций. Нахрена? У меня как бы и так все замечательно, если честно. Так, здесь у него войско стоит. У нас минус 14 общественный порядок. Давайте здесь, значит, храм. Здесь мы что взяли, смотрим. Так, порядок перестраиваем. Храм. И санитарию. Здесь войска. Так, это уже союзные города, так скажем, да? Здесь плюс 4 общественный порядок. Что-то далеко у меня царь стоит. Вообще ни туда, ни сюда. Давай топай в сторону войны, так скажем, да? Так, это что такое? А это остатки персов. Я думаю, тут их и без нас добьют, да? Кто-то мне подсказывает. Поэтому вы, сударь, давайте-ка руки в ноги. Или в весла там, или куда там еще вы хотите. Топайте вот сюда, короче говоря. Нахрен я вообще его на воду спускал. Ой, господи. Так, у нас скоро зима. Минус 14 общественный порядок. Ну и культуру я еще не скоро насажу. Ладно, пока так оставлю. Это же не прибрежная, ни хрена, не прибрежная. Так, у меня еще 25 тысяч. Куда-то их надо как бы запихнуть, по идее, да? Давайте по чуть-чуть вот эти вот штуки подстраиваем. Авось поможет. Главное, как говорится, не провтыкать. Сейчас у нас пищи дофига, зима начнется и будет как бы попа боль с этим делом. И вот начал я перестраивать всякие там козлятники, кстати, в поля. Они-то пищи побольше дают. Так, тем временем вы, сударь, продвигаетесь дальше. Здесь... Собираем временное войско. О, собрать-то хоть. О. Встаем. Так, сам-то кого могу нанять? Неодомодов могу нанять, кстати. Хорошие пацаны, эти неодомоды. Давайте возьмем для прикрытия. Так, сюда на
смирную еду, на сарды потом. И по факту не сильно много у них тут поселений, да, останется. А тут у них кто? Просто полководец, который вообще никуда не смещается почему-то. Ну да ладно, поехали дальше. Так, повышение ранга герой. Ладно, тайные агенты. Чего-чего? Кто там, где герой армии? Ты что ли? Совершил множество подвигов, стал героем, короче. Ну, красава, слушай, что я тебе могу сказать по этому поводу. Так. Давай-ка, наверное, на обычном. Продвигайся, скоро зима, холода. Здесь минус 12, общественный порядок, гарнизон появился. А я могу еще армию собрать? В принципе, армию я хоть жопой уже могу набрать еще, да? Двигай сюда. А ты? Вот ты, например. Станешь тут. Тоже не до модов себе наберешь. Это кто такие? Гоплеты, мафаки. Давай. Пару штук возьмем на всякий пожарный. Надеюсь, вот этот товарищ сразу же не доскочит, если он вообще поскочит в мою сторону. Что-то он, видимо, немножко шокирован таким поворотом событий, да? Он не совсем уж хочет и воевать. Так, здесь ставим. Блин, чуть-чуть не достаю. Давай вот так вот встанем. Так, а кого я отправлял на эти самые... А вон она уже. Она уже стоит там, где надо. Здесь вроде у них городов больше нигде нету. Так, а где его величество-то? А вон он. Так, здесь, ладно, стройка идет. Его величество, короче, ноги в руки и полетел. Тоже куда-нибудь в этом направлении. То он толком с персами подраться не успеет. Как тут наши пацаны всех это самое нахлобучат, да? Какая-то прибрежная, кстати, поселение. А ну-ка. Давай-ка. Врубай моторные лодки и понесся. Скорее всего, мы там, наверное, даже флотом справимся. Это не точно, опять же. Так, здесь двинулся, там двинулся по строительству. Ну, в принципе, ни о чем мне особо-то и не надо пока, да? Прям такого критически важного. Пища отстроена, здесь все замечательно. Вина настроил, масло им там настроил. Вот булыжников им надо еще, наверное, построить. Здесь замечательно. Здесь сойдет. Здесь пока перестраиваемся, и здесь как бы все. Так, ну... Еще ходик. Где там, кто там, что там? А. Как я мог про тебя забыть? Ты же меня тут войска обучаешь. Двинулись дальше. И смотри, пес мира захотел сразу. Понял, что тут печаль, беда у него нарисовывается. Не, ни хрена. Не дождешься ты мира. Будем мы тебя бить. Сильно. Из по всей, как говорится, строгости. Так, восстание неминуемо. Где? А, ну я ж тут набираюсь как раз. Я на всякий случай возьму себе коней еще. Лучников. Хотя не, погоди. Не буду. Вот так вот я сделаю. В принципе, бюджет-то позволяет по факту. Вопрос, а ты доплывешь? Ты на следующий ход только туда достанешь, да? Тут у нас как дела? Тут-то замечательно, иди сюда. И что такое? Атийский союз. В Эфис, смотри-ка, они все-таки заняли где-то оборону, да? Так, иди сюда. Прибрежное первым делом заберем. Ибо нефиг, да? Так, что-то у нас. Оу. Ну, я, правда, такое себе позволить пока не могу. Такое тоже. Такое тем более. Так, здесь как дела? Минус 3 общественный порядок. Пищу еще поставим. Остальное меня, в принципе, устраивает. Так, а где Базилевс-то наша? Вон он. Ползи сюда. Что у них там за войско? У них 2 даже.
Блин, надо было... А, не, я бы все равно Сарда не обошел. И мы с ними бы толком не зарубились, скорее всего, да? Ну, в принципе, если подойдут, я только за. У меня, кстати, одного отряда не хватает кого-нибудь, да? Коня бы мне еще одного сюда. В минус, даже если я немного уйду, я не сильно опечалюсь. Поэтому, как бы, ладно. Так, а что у нас в политике, интересно? А вы там как? О, у меня еще одна партия появилась. Завоеватель. А, видимо, он и стал героем, да? Демократ, блин. Ну, бог с ним, он верен. В принципе, все у них замечательно. Так, давайте. Ты можешь там куда сгонять-то? Вон, в Аргас сходи. Что-нибудь полезное намути. А тебя, кстати, можно женить. И твою женушку тоже куда-нибудь засылать. И тем временем самым также поднимать твою верность. Так, здесь я двинуться больше не могу. Минус 30 у меня денег. Ну, это не сильно, как бы, печально. Даже тут минус 1000 будет. Я тут еще 22 хода могу спокойно, как бы, играть. Погнали дальше. А. Да они, блядь, качаться все успевают. Там же бить-то некого было. Тут вот... За чё тут ему лавры-то такие? Господи. Что там? Бери. Все, все, поехали. Итак, запугивание от позиции. Я обычно этим делом не пользуюсь. Игры. Стать покровителем атлета. Да, давай, конечно. Так, подрывная деятельность, восстание. Понятно, это понятно. Это твою мать. Сколько лишней ненужной информации. Повышение ранга, а потом... А как он вкачался? Откуда он вкачался, да? Так, здесь флот собрали, да? Ну, ладно, по боку. Во, смотри. Он все-таки решил, да, вылезти из города. Что я могу придумать? Я могу, конечно, наемников целую гору набрать. Так, а тобой я не успеваю уже прикрыться, да? Плюс у меня тут восстание до полного счастья. Куда ты побежал? Стой. Стой, друг. Не надо никуда бежать. На кол. Давай. Авторитета, чтоб все войска твои стояли прям никуда не деваясь. Так, отходи назад. Сейчас тут, похоже, будет жесткая атака. Что у меня есть-то? С гоплитами у меня напряг. Конницей как бы тоже не густо. Других пацанов я подтянуть к нему не успеваю. Так что собираем все, что есть. И, как говорится, используем. Иди сюда, родной. Мы тебя ждем. Дальше. Вы, сударь, тем временем попаете сюда. Дальше. Сарды стоят так не атакованы. Давайте-ка вот так вот сделаем. Я даже автобой, наверное, возьму. Жив, здорово, все замечательно. Империя. О, у меня третий флот смог. Это теперь могу нанимать. Это же офигительно. Так, это перестраиваем. Это сносим, это сносим, это сносим, это перестраиваем. Золото отстраиваем, ставим пищу. Да. Я денег-то жрать немерено, однако. Так, а где персидские войска-то? А вон они. А чё вы бежите-то? Стой. Дядя, стой. Подожди, сейчас придет этот наш базилевс. Погоди немного, не уходи никуда. Диверсия в войсках удалась. Так, давай ломись. В открытое сражение они толком вступать не хотят. Так, здесь флот. Чё ты город-то не можешь атаковать? Из-за этого бомжа, что ли? Ой, да ладно. Да откуда у вас там? Откуда там у вас такие силы? Мы подойдем, поможем. Там не сильно страшно. Да в смысле? Ты что, не достаешь, что ли? О, другое дело.
Так, это меня пока недоступно. Это перестраиваем, это сносим. Это туда же. Опять у нас сейчас восстание, скорее всего, будет. Так, пища есть, все замечательно. Здесь я ползу. Не знаю, успеют они меня тут встретить, нет. Здесь парни что-то так резко прям бегут от меня. Так, ну ты теперь уже, наверное, будешь восстанавливаться его кучу лет. Поэтому здесь у нас, наверное, уже будет работать именно Базилевс со своей армией, да? Как бы все замечательно. На море мы их вроде бы раскидали. Так, и что мне остается-то, по факту? Так, здесь атаковал, там атаковал, здесь разбил, здесь оборону, в принципе, занял. Поэтому ждем с атаки вот этой грядки. Если не атакуют, то им тут как бы мало не покажется. А ты... Не, это хреновая идея, мне кажется. Пойдем по-обычному. Так, ну и двинули дальше. А, подожди. Поехали. Там же накачались все. Как не в себя прям. Лотоводец. В Атиле, кстати, вот это дело удобнее сделано. Видите, сразу ты раз нажимаешь, и он тебе кидает, куда тебе надо, да? А тут надо списки открывать. Вернёвой всякой заниматься, твою дивизию. Так, все, все. Так, и что там, эдикт еще? Где у меня эдикт нету? А, во, вижу. Либо зрелищ давай. Погнали дальше. Итак, ребятки, значит, что-то персы какие-то прям неактивные. Вот он встал, меня решил пограбить. У меня, блин, опять эти черти в тылу восстали. И я из-за них до перса-то не достану нифига, да? Накал. И самое главное, что он спокойно отдает свои города, он не занимает ни оборону, да, ни контратак никаких не проводит, нифига. Мы, то есть, нахлобучили его, и все, и он успокоился на этом. Так. Флот я, наверное, войска здесь оставлю. Флот выдвину в эту сторону. Так, теперь на севере. Где там мой самый главный начальник? Вот он. Вот он, мой главный начальник. Персы просто улепетывают на ускоренном марше. Базилевс говорит, это самое, спартанский идет. Надо валить, говорит. Надо валить в срочном порядке. Так, здесь храм мы поставили. Давайте, что мы тут еще поставим? Мы поставим ассамблею, поставим форум и поставим санитарию. Пища есть, денег нет. Плюсик как минимум, да? Ну, не сильно страшно, в принципе. Здесь у меня как дела? Тоже выдвигаем войска на преследование флота. Здесь. Ну, в принципе, меня пока все устраивает. Ребята качаются. С этой стороны продвигаемся к столице. В случае, если персы все-таки бой нигде не примут, то у меня Базилевс пойдет вот в эту сторону, наверное, к колоссам. Ну, а здесь мы будем атаковать, наверное, ну, брать в осаду на Кибиру, столицу, в азиатскую столицу, наверное, персов. Здесь я, наверное, тоже мини-армию соберу. Кстати, о птичках. Так вот сделаем, дабы сдерживать просто противников. Будут восстания, само собой. Ну, мы как бы не паримся сильно. В случае чего еще наемников соберу. Так, основное войско выдвинется по душу вот этого товарища. Давай, это самое, руки в ноги. Побежал. Вот так вот. Так, ну и пока, в принципе, особо боевых действий, наверное, нету. Я это самое за кадром тут поиграю. И как только у меня тут какая-то движуха наметится, то я включусь. Итак, друзья мои, наконец-то я выманил, так скажем, персов на полевое сражение. Значит, здесь я столицу держал в осаде, потом отошел, потому что у них там, блин, гарнизон, сплошные застрелы, а у меня, блин, конницы нету в этой армии от слова совсем. Вот после этого я только вот одну маленькую наемную взял. Ну и стою, пока их тут граблю. И, значит, здесь товарищ встал лагерем такой, говорит, ну давай, говорит, атакуй. Я
согнал его двумя стеками с лагеря, и теперь мы можем, как говорится, раз на раз с ним подраться. На севере стек, значит, стоит, как стоял, так и стоит на ускоренном марше. Тут его сейчас, скорее всего, кедония шлепнет. Я до него не доставал. То есть я попытался обойти, мне кедонцы перекрыли путь. И у меня царь, короче, развернулся и решил в обход пойти. Ну, опять я до него не достаю. Не знаю, ударят кедонцы, не ударят по нему здесь. Будет видно. Но у нас с вами, как говорится, полевое сражение наконец-то. Погнали. Да, конечно, шансов у персов немного. Но все равно подеремся давайте. Хоть разок-то посмотрим на них. We win, we conquer, we prevail, as our people have always done in war. Let the enemy think of defeat. На. Неплохо прокричал, так скажем. Итак. Вон они, наши супостаты, стоят. Я до них, естественно, камера не дотягиваюсь. Ну, план, как говорится, простой. Как 3 рубля на Пасху, да? Это связать их боем тяжелой пехотой. И раскидать застрелами, да, застрелами, конницей и так далее. Наши уже пращники выдвигаются потихонечку, помаленечку. Пылюку поднимают. Тут у нас песок, похоже, какая-то полупустыня такая персидская, да. Идут вперед наши красавцы. Что-то мне подсказывает, что не успеем мы выйти в элитные отряды таким макаром, да? Эй, кавалерия, здравствуйте. Здравствуйте, кавалерия. Не знаю, успею я там что-нибудь изучить, не успею. Так, ну и здесь наши элитные пацаны ползут. Не торопясь, потихонечку. А что персы там делают? Стоять. Я до них дотягиваюсь уже, нет? Не, вообще никак не дотягиваюсь. Не видать мне толком, что у них происходит. Давайте ускоряться. Сейчас мои пацаны подойдут. И начнем веселуху. Можно вообще, в принципе, обойти и с бугра на них напасть. Как вариант, да? Можно даже с двух. Как говорится, фигня война, главное маневры. Так, а ну-ка, вещаемся вот на этот фланг. Так, ладно, я тут пока за кадром поманеврирую. Если движуха начнется, естественно, включусь, но пока буду перестраиваться. Слушайте, а перс-то хитер. Он тоже, недолго думая, пошел на соседний бугор. Тоже как вариант, конечно. Пойду-ка его кавалерии патрулю, пока есть возможность. Где у меня там еще конница? И все остальные пацаны. Раз они такую пьянку затеяли, почему бы, как говорится, не попробовать поймать их, да? Давай сюда. Так, это кто? Пиметатели. Тихо. Не сильно торопиться не будем. Назад уходи. Да, конница ушла на бугор. Растянули они свои силы. Самую малость. Пацаны, преследуем. Здесь обхожу. Здесь как бы тоже. И ты туда же. Так, легкая пехота тоже вперед. А, ты все-таки решился, да? Иди сюда. Пращники ближе. Залетай. Залетай. Врубаемся сюда. Тяжелая пехота поднимается. Генерала, кстати, забыл. Подходи. Здрасте. Сейчас застрелов мы поймали. Так, у меня конницы лишней не осталось, да? Не, не осталось. Пошел. Пошел на помощь. А вот у меня где лишняя конница.
Врываемся в персидские ряды. Это кто у него? Прачники, щука. Достанем, не достанем, вопрос. Здесь на помощь. Легкую конец отвел. Так, и генерал у него, собственно, здесь. Давайте-ка на него все толпой. Здесь отошли. Медяне, копейщики. Без шансов у этих медян. Лол совсем, да? Тяжелая пехота подтягивается. Роща. Давай-ка в обход. Так, вот этих пацанов еще подтяну. Пускай они генералу морду бьют. Так, ты не убежал, что ли? Иди сюда, родной. Персидский лучник. Еще где-то кто-то пытается отстреливаться. Давай. Так, генерала зажали, окружаем. Так, ну стрелков-то у него еще немерено, плюс конные лучники, все дела. Тем временем тут всей толпой бьем генерала. Нашего тоже подтянем. Вот этого допинать. Прачники подтягиваются. Конница назад. Кто там у него? Бессмертные? Да. Они самые. Ну тут у них, конечно, без шансов. Сейчас их тут запинаю просто. Это вам за Леонида, блядь. Смотри, что его сопротивляются до последнего. Еще и наших нарезают нихера. Там что? И откуда? У них генерала шатают, да? Одного единственного. Они там стоят, они говорят, вперед. Прям красавцы. Все. Кончился генерал. Так, наши прачники там кого-то еще обстреляли. Так, вот отсюда, наверное. Так, пехота перестроилась. Вражеский военачальник убит. Это замечательная новость. И все, они вообще заметались. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, говорит. Начальника убили. Валим, 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 валим. Или перестраиваемся, что-нибудь делать непонятно. Ой. Так, ускорим. Тихо. Что, контратаку задумали, что ли? Да ладно, вы серьезно? Вы решились, что ли? Вали. Поехали. Поехали. Улетай. Все, пошла заруба. Прачников надо вытащить. По бизнесу. Наш генерал тоже попер. И сюда. Подходим. Подходим. И смотри, какую контратаку он замутил. Резко вдруг. Да твою мать. Огонь. Он еще и пролез. Он еще, сука, и пролез. Так, ну наша конница справляется. Здесь я, в принципе, сильно не боюсь. Погнали сюда. Сюда пошли. Сюда пошли. Здесь нарезаем. Здесь обходим.
Да, моей конце, кстати, тоже досталось. Так, здесь пристрелили почти. Здесь режемся. Хотя... Ну-ка, погоди. А, здесь закончили. Отошли. Валерия отошла. Генерал вперед пошел. Какие же вы, сука, медленные-то, а? Пристроились. Ты сюда, а ты назад. Ты перепутали. Ты тоже отходишь. Врубаемся. Кто там накидывает? А, это моя легкая. Давай в тыл. Да, легкая кавалерия все-таки огребла у меня мальца. Улетай. Это кто стоит? Приметатель. Недолго он простоит. Вот. Здесь закончили. Генерал в обход. Легкая конница пошла. Гоплиты тоже. Тоже говорю. Во. Рубайся отсюда прям. Пристроились. Входи. Влетай сюда прям. Угомонить застрела? А, так нельзя, да? А, можно. Генерал пошел. Занимаем бугор. Здесь обходим. Хорошо стрелять. А можно уже не обходить, в принципе, да? Ну все, остается только допинать. И встретимся на карте компании. Так, ну неплохо. Контратака на моих прачников была хорошая идея, в принципе. Так, я достаю до него. Нифиг, не достаю. Мы его дошатываем. Немного от них тут осталось. У меня, как обычно, пострадала в основном конница, да? Все остальные живы-здоровы, нормально себя чувствуют. Так... Воодушевлялку. Ну и топаешь сюда. Здесь, ладно, ждем, пускай пока набирается. Здесь у нас продолжается преследование, потом выходим куда-нибудь сюда. Так, ну и пока на этом ходу все, погнали дальше. А не, нифига. Тут же у меня еще сановницы качаются. Осаждение культуры возьми. Двинули дальше. Итак, наконец-то я тут обошел наших... союзников, так называемых, да, они тут кто на ускоренном, кто еще как стоит, сами никуда не идут. Жалко, чуть-чуть я до него не достаю, до вот этого стека нашим базилевсом. Ну и здесь, в принципе, я могу, наверное, уже брать столицу в осаду, или там еще как в атаку на нее начинать. По еще лучнику возьмем до полного счастья. Так, и в осаду берешь их, и ты подтягиваешься туда же до полного счастья. Большие города мы сегодня штурмовали, так что можно уже, в принципе, не париться. Так, а здесь... А, здесь я уже закончил. Там у меня просто восстание было. Я с ними разобрался нормально. Так, автобоем давайте возьмем. Все равно персы что-то как-то сопротивление особо не оказывают. Так, тут сразу перестройка. Здесь снос. Здесь снос. Здесь... перестройка. Как-то вот так вот. Здесь вот еще пищу можно поставить. Ну и хватит пока. И пока хватит. Минус 28, да? Ну, все равно опять восстание будет. В принципе. Ну и остается последнее. Это колоссы. Здесь у них мини-армия какая-то стоит. Ох, как тебе досталась-то стратегия этой Афины наша. Вот это я сыграл, конечно, автобоем. Прямо от души, можно сказать, да? Ну, в принципе, вот эта армия может сходить. Что, вот эти так огребли, непонятно. Они вообще в подкреплении были. Ну, автобой это...
Такая чудесная штука, про что прям слов нету. Кстати, а ты можешь туда выдвинуться? Так, а ты куда достаешь? Ага. На обычном. Давай вот до сюда добегай. Так, ну и на этом ходу пока все. Погнали дальше. Где ты, где ты, где ты, где ты? Вот он. Вот он, родной. Наемников тоже пока хрена распустишь. Итак, я не знаю, что тупили наши союзники, но вот все-таки они решились атаковать. И как видите, тут у персидской армии шансов вообще ноль. Давайте, ладно, поможем. Они, видимо, и ждали, когда у меня Базилевс переправится. И после этого, как говорится, атаковали. Итак, у нас там дети рождаются, все дела. Здесь как дела? Плюс два. Плюс два общественный порядок. Здесь у нас персидская армия тусуется. Давай-ка мы его нагоним. И догоним. Один отряд бессмертных, да? Шах. Все, что осталось от всей Персидской империи в Азии на данный момент. Так, сразу тебя подкачать, потом не забыть. Авторитет. И выдвигаешься сюда. Тем временем здесь как дела? Минус 6. Так, храм у меня, в принципе, есть уже. Санитарию давайте и ассамблею поставим. Так, наш Базилев с тем временем ломится тоже в эту сторону. Ну тут 1, 2, 3, 4. 4 с лишним, блин, стека идет в сторону персов. У них, наверное, больше-то и сил нигде не осталось. Вот здесь у них маленький флот был, я их тут загнал, и тут мои союзники его добили, как говорится. И на этом, как говорится, у персов-то и все. Их не видно. Пол совсем. Так, ну давайте еще ходик, наверное, сдадим. Посмотрим, может он хотя бы армию в городе там соберет, попытается. Или сейчас его просто союзники наши допинают, и делу конец. Македоняне, кстати, он присоединились, да? И вот самое странное, да, Беотийский союз занял у нас Афины, да? Он контролирует Афины, он контролирует Фивы. И по идее это должны остальные фракции... Вроде как, ну как написано было, да, агрится, то есть забрала фракция Афины, забрала там важные города, поэтому там типа нарушает свободу всех остальных полюсов, и там как бы должна начаться по идее катавасия у нас вот здесь вот, да, то есть все должны начинать агриться на Фивы, или хрен узнает, или только к этому, как его сказать, или это только работает, когда игрок захватывает Афины, там, я не знаю, с Фивами, на него все агрится начинают, и бог его знает, и либо в моде что-то тут сломано немножко. Спокойно у нас, значит, Беотийский союз Афины забрал, и никто ему даже слова по этому поводу не сказал, даже я. Тем временем, персы закончились, я так полагаю, да? Население. Фракция уничтожена, персидское царство, друзья мои. Что ж, вот такой вот персидский поход получился. Ну, не успел я здесь немножко поселение забрать, ладно. Значит, давайте на этом данную кампанию завершим. Значит, ну, в принципе, получилась она довольно-таки легкой. Это, опять же, из-за того, что я все-таки играл дипломатией. Надо было, наверное, сильно дипломатия не играться, а больше, как говорится, копьем работать, да. Ну, как получилось, так получилось. В принципе, на 8-й серии мы уже одержали военную победу. Я сам охренел от такого поворота событий. Ну, да ладно. Значит, на этом я буду завершать данную кампанию. Всем спасибо, кто поддерживал. Ну и там мы с Сенатом еще порешаем на бусте, что куда пойдем дальше. В общем, на этом всем вам спасибо. Ну и всем пока-пока.